молодой ячейки общества «Собственное жилье». В этом году муниципалитеты получат субсидии с федерального и регионального бюджетов на социальные выплаты молодым семьям, нуждающимся в жилплощади и желающим ее приобрести. В 2016-м средств на это не было. Теперь же порядка 30 миллионов рублей помогут обзавестись собственным жильем 74 семьям Ивановской области. Потратить деньги можно будет как на приобретение квартиры в новостройке или на вторичном рынке, так и на строительство дома. Средства между участниками программы распределят в зависимости от состава каждой семьи. Чтобы участвовать в программе, необходимо в первую очередь быть признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий. Это делает орган местного самоуправления по соответствующему заявлению и представлению соответствующих документов. И второе условие – это необходимо иметь достаточные доходы. Это также условие подтверждается документами, то есть гражданин может либо взять ипотеку, либо у него есть собственные средства. Порядок утвержден на уровне субъекта. Также это делают органы местного самоуправления по заявлению гражданина.